Верит ли Юля в любовь с первого взгляда? Нет. Типа, симпатия, возможно, но любовь — это слишком сильное чувство, чтобы оно зародилось к незнакомому человеку. Есть ли у Юли человек, который ей нравится, но она боится в этом признаться? Алло. На что Юля готова пойти ради любимого человека? На убийство, на красоту, на кухню. Осуждаю убийство. Так, давайте более сформулируем, как это правильно. На убийство осуждаю. Типа, чтобы быть любимым человеком, надо кого-то другого убить. Смогла бы ли я это сделать? Или типа на край света, чтобы быть с человеком, надо переехать в какую-то там на другой конец света, чтобы с ним быть. Или на... я бы на кухню бы смогла сходить. Ну реально, для меня это на самом деле тоже. Для меня это, ну, очень тяжело, поверьте.